23 июля в парке культуры и отдыха «Березовая роща» прошла областная акция «Ночь в парке», где для жителей и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Такого здесь еще не было. Эта акция «Ночь в парках» она проходит во всех центральных парках Московской области. Ну, по примеру, «Ночь в музеях», теперь такая акция Министерства культуры Московской области совместно с администрацией Нидовского городского округа, в нашем случае, да, проводит такую же акцию «Ночь в парках». Значит, в данной программе всякие анимационные игры для детей проводятся, настольные игры, пожалуйста, вот у нас, значит, идет концерт, сейчас будет караоке-вечеринка, потом будет какой-то кинопоказ, уже сейчас не помню, какой фильм, да, потом будет «Бенгальские огни», шоу, значит, вот такое вот мероприятие, потом мы видим, что у нас люди и ходят в парк, да, людям нравится, мы для этого работаем. Старт акции был в 8 часов вечера. Открыла программу акции танцевально-развлекательная вечеринка, где под зажигательную музыку проходили батлы. Но особенный восторг среди гостей вызвала программа «Караоке под открытым небом», где все от мала до велика смогли исполнить любимые хиты. Атмосфера в парке царила поистине потрясающая. Прекрасный теплый вечер субботы и хорошая музыка объединили жителей и гостей города. Все дружно друг другу подпевали и поддерживали. Вообще замечательно. Я сама не думала, что мы еще и сможем выиграть, да, Иван, в конкурсе? Мама еще и выиграла. Нет, замечательно. Очень обалденно. Отдыхаем. Тепло. Лето. Отдыхаем. Прям вот, прям как будто на море. Мы отдыхаем. Очень праздник. Очень душевный, комфортный. Очень все весело. Особенно для детей. И все бесплатно. Круто. Спасибо огромное. Почаще такие праздники создавайте. Администрация, благодарим вас. И делайте почаще все это. Мне очень понравилось. Здесь очень классно. Я люблю танцевать и петь. Мне очень нравится. Это праздник очень классный. Он просто бомбен. Мне он очень нравится. Мне прям очень, мне прям хочется тут остаться, взять из дома палатку и здесь ночевать. И все. Это потому что очень бомба, огроменная бомба. Тут очень весело, все танцуют, громкая музыка. Там попить раздали. Очень весело. Мне очень понравился этот парк «Березовые рощи». Как бы тут даже трудно сказать, что больше всего понравилось. Тут все классно. Спасибо за этот парк, спасибо за Дмитров, спасибо за мероприятие просто. Особенно люди тут хорошие, дружелюбные, позитивные. Музыка очень хорошая, громкая, прикольная, приличная. Спасибо вообще за Дмитрова, за парк «Березовая роща». Но самым долгожданным для горожан стало шоу «Бенгальских огней», в котором каждый смог принять участие. Мы закупили бенгальские огни. Многие люди приходят со своими бенгальскими огнями, но парк закупил, и парк будет раздавать бенгальские огни для того, чтобы люди могли порадоваться. Порадоваться это мало сказано. В парке в этот вечер царила такая уютная и романтическая атмосфера, что шоу «Бенгальских огней» лишь добавило сказочные нотки в этот прекрасный вечер. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Можно с полной уверенностью сказать, что данная акция станет одной из любимых и ожидаемых среди дмитровчан, ведь подобные мероприятия связывают людей и дарят яркие и красочные воспоминания, делая это лето незабываемым. В этот вечер парк культуры и отдыха «Березовая роща» посетили более 1000 жителей и гостей города.